Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня вам покажу и расскажу, как же добыть или же просто сделать броню бога, зачарованную на тысячный уровень. Весь сет зачарован на тысячный уровень в Майнкрафте абсолютно без модов. Друзья, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, тогда вы будете узнавать о видео самыми первыми. Ну что ж, начинаем. В общем, для этого нам понадобится командный блок. Как его получить, я уже рассказывал в прошлых видео, так что смотрите. Так, входим в него, и здесь вот в эту вот команду консоли вы просто вписываете команды. Их всего 4, то есть каждая команда отвечает за каждый компонент брони. Вы вводите каждую команду, все ссылки, точнее не ссылки, все команды будут в описании. И вводите по одной. Я уже все их ввел, чтобы не вводить. Поэтому, да. Активируйте потом командный блок. И вот так вот вводите 4 разные команды. И активируйте командный блок. Думаю, это несложно. Далее. Одеваем нашу всю броню, и давайте ее сейчас попробуем протестить. Так, нагрудник у меня уже есть, и сейчас давайте надеваем весь сет. Она как алмазная броня обычная, но необычная, это броня бога. Ладно, так, давайте вводим гейммод 0, где мой гейммод 0, нету геймода 0, давайте сами его введем. Гейммод 0, мы его ввели, и теперь давайте спавнить свина-зомби, которых потом мы на себя сагрим. Так, давайте, наверное, чуть-чуть сделаем меньше звуки, да, чтобы не слышно было их. И давайте сейчас со всеми ими справимся. К сожалению, меча бога нету, но думаю, это не проблема. Давайте посмотрим, как наша броня с ними справится. Давайте в кучу. Как видите, ХП нам снимается, но я в целой куче свинозомби, то есть, блин, это дохрена, смотрите, сколько их, и я с ними справляюсь, да, с помощью этой брони бога. С них даже уже самородки падают, золото, все очень круто, я очень силен. И да, ХП у меня отнимаются, но не так жестко, как отнимались бы без этой брони, то есть в обычной алмазной броне я был бы, меня бы уже убили. Так что вот такая вот команда, думаю, она будет вам полезна в какой-то там шахте, против дракона края, например. Вот так вот, да. На этом все. Так, давайте, наверное, добью. Ладно, пусть меня уже убьют. Да, все. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте и добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. На этом все. Всем удачи. Всем пока, ребят. Пока-пока.